хотя бы к осени будет этот мост готов? Я вот полностью понимаю вопрос, и сейчас это основной, значит, сложно прогнозировать, но если вот как получится у нас со следующей, на следующей неделе будет известен победитель, будет максимально короткие сроки поставлена ему задача, чтобы хотя бы людям можно было на, в конце, значит, сезона, который пройдет, собрать урожай и вывести более короткой дорогой. То есть, ну, где-то до 1 августа, будем так считать. Ну, два месяца считаем, июнь, июль.